Привет, друзья! Дождь у нас тут немножко закончился. Решил я вам показать. Это центр города, это возле, сейчас повернусь, Екатеринославского бульвара. Хочу показать контрасты. Контраст этого места. Я думаю, вам будет интересно. Мне тоже будет, надеюсь, интересно. Но давайте посмотрим контрасты. Контрасты нашего города. Тут у нас очень красиво все. Фонтанчики. Ручеечки. Искусственный, самый длинный наш ручей. Я его когда-то в одном видео уже показывал. Но дальше не ходил. Поэтому, кто видел, вот просто пройдемся дальше. Хочу показать эти немыслимые наши контрасты. Тут, конечно, очень красиво. Мне нравится. Но идем дальше. Тут тоже красиво. Красиво и пусто. Пусто, потому что все эти офисы, дома стоят пустые. Вот там все пусто. Тут тоже пусто. И будет ли здесь кто-то, я не знаю. Может, да. А может и нет. А мы идем дальше. Тоже такая площадочка. Кто-то уже, наверное, видел это у меня на канале. Вот еще мы чуть-чуть идем. Тут такой клубный дом. Тоже пустой стоит. Как оно тут все бурлит. Прикольно. Вот такая мягкая эта штуковина. Очень мягкая. Так, ну я не это хотел показать. И все. Счастье наше закончилось. Началась суровая днепропетровская реальность. Тут все пусто у нас. Продано, но пусто. Продано и пусто. Тут начинается уже такое вот. Кто-то фанеру несет. Вот такие у нас тут пейзажики. Я не говорю хорошо, плохо, просто показываю, как есть, что вот есть. Наверное, это будет все делаться еще, я думаю. Деревья. Вот все уже, короче. Тут такой старинный особняк. Кстати, это памятник архитектуры, если что. Прибудковый будинок 19 века. Да. Это кто-то реставрировал. Реставраторы хреново, блин. Как вам контрасты? А это еще не все. Да. А что? Так, ну это я уже показывал. О. Ну а что? Как? Вот даже так можно кадрик сделать. Так, я как и сказал, это памятник архитектуры. Ой, что делается? Да, уж. Так, переходим дорогу. Просто показываю, как это все есть. Особняк. Красиво. Ну, а тут как классно. Молодцы. Такой ресторанчик. Борщ Берри. Да, Берри Мор. Что вы кричите всегда, Берримор? Ну что,
кричите? Что здесь глухие, что ли, сидят? Боже мой. Так, тут у нас уже так идет. Ой, заброшечка. Кафушечка. Заброшечка. Ступянечки. Как мило. Это все на одном кадре. Считай, что. Вот такой вот у нас тут. Так, а как дальше? А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Ха! Вот так вот, путями неведомыми. Еще раз общий вид. Кафушечки, заброшечки. Такой домик. Идем дальше. Блин, капец просто. Глина такая. Вообще пройти невозможно. Жесть. Так, тут какие-то у нас тропы, провода. Мешки с мусором. Наружная реклама. Такое всякое оно. Так, и отсюда видно Екатеринославскую площадь. Екатеринославский бульвар, простите. Так, идем дальше. Заборы, помойки. Что это? Это. Ну, это вот. Это после дождя. Это после дождя. Опять что-то настроили. Что-то разрушается. Хотя это еще неплохо выглядит. Тут какая-то свалка, помойка. Вот тут это у нас еще что-то. Называется в темноте. Сломай-ка ты себе ногу, чувак. Называется «Ты не пройдешь». Еще раз Екатеринославский бульвар. Как вообще контрасты? Это Днепропетровск. Я же всегда говорю, Днепропетровск – город контрастов. Ну, еще чуть-чуть вверх прогуляемся. Тут еще. Что, заброшка еще одна? А, да, заброшка еще. Нормально. Памятник архитектуры. Памятник, мать его, архитектуры. Кто не верит, подходим. Памятник архитектуры. We don't need to restore historical monuments anymore. Вот он такой. Памятник архитектуры. Зато дорожка хорошая. Такой город любимый. Джунгли днепропетровские. Просто джунгли. Вон еще там развалюшка. Такой домик и развалюшка. Зато асфальт хороший. Да. Такой вот развалюшечка. Это улица была исполкомовская. Сейчас она точно уж не исполкомовская. Надо смотреть какая. Сразу не скажу.
Ох. В общем, вот такое вот видео получилось. По контрастам нашего города, надеюсь, вам понравилось. Просто случайно здесь в районе оказался. Ну, думаю, пройти мимо уже не смог. Такие контрасты даже меня впечатлили. Контрасты наши. Все, спасибо. До скорых встреч.